С каждым днем Брест становится все более современным и модернизированным, а жизнь брещан быстрой и активной. И в этом потоке событий очень важно не оставить без внимания наших малышей. В отличие от взрослых, они не гонятся за новинками, не спешат по делам, они просто любят развиваться и отдыхать на горках, качелях, турниках. Зная это, руководство предприятия «Перфект» предложило 11-му ЖЭСу вариант сотрудничества. Местными усилиями очищается площадка, сносятся старые конструкции, а на их месте перфектовцы устанавливают небольшой детский городок. Так и получилось. Объект был нужен очень, потому что если бы видели то, что здесь было раньше, здесь стояли железобетонные малые архитектурные формы с 80-х годов, когда застраивалась эта застройка, значит, она морально устарела, скажем так, было уже небезопасно, поэтому надо было принимать кардинальные меры, то есть сносить это и устраивать новую детскую игровую площадку. Вот мы привлекли «Перфект», который оказал спонсорскую помощь городу, построил эту детскую игровую площадку. Площадка возле домов 14 и 16 по улице Луцкой сегодня одно из самых популярных мест у детворы. Пусто здесь не бывает практически никогда. Ребята самого разного возраста находят для себя развлечения по душе. А что ты здесь любишь делать? Кататься. А на чем ты катаешься? На качелях там. А ты больше любишь качели или горки? Качели и горки. Установка площадки – это хороший пример развития государственно-частного партнерства, когда инициатива находит отклик и поддержку. К слову, такой пример не единичный. Всего в городе уже установлено 11 комплексов, и эта задумка будет иметь продолжение.